Умерший 2 года назад муж все время снится. Я не держу его мыслями, я желаю ему счастья в том мире. Но смысл снов был раньше, что он не хочет уходить, а сейчас вообще, что он вернулся ко мне и нашему сыну обратно. В общем, сны приятные. Почему не уходит? Не понимаю, приятные или неприятные? Но если у вас были отношения, они до конца не отработаны, понимаете? Если у вас была сильная связь, то пока человек заново не воплотился, эта связь может оставаться. Потому что пока человек заново не родился, тот ребенок, который остался на земле, он все равно остается его ребенком. То есть он в какой-то степени может ему помогать, то есть участвовать в его жизни. То есть если он так приходит, означает, что эти люди, что вы для него еще дороги. И он на своем тонком плане пытается, возможно, вам как-то помогать. Если это не навязчиво, если это не вроде дискомфорт, то просто, скажем так, ваши близкие люди, находясь там в мире, более тонком мире, то есть как он называется, в мире праве, то есть там, или, ну, на более простом языке, на мой взгляд, там, в астрале, то есть в своем локе, он пытается как-то участвовать, чтобы улучшить вашу жизнь. То есть вы для него имеете большое значение. То есть, хотите вы или не хотите, вы в свое время связали свою жизнь с этим человеком, то есть вы соединились на полевых уровнях, вы соединились на уровне душ, то есть эта связь, видимо, сильная, она еще сохраняется. Вот. Когда этот человек заново воплотится, вот эта связь, она закончится. То есть, и он, видимо, приходить не будет. То есть, когда это произойдет, через год, через два, через 50 лет, ну, я вам сказать сходу не могу. Извлеките из этого опыта все позитивное. Если вам от него что-то нужно, если вам что-то может помочь, ну, задавайте ему какие-то вопросы, касающие вас и жизни, может быть. Если он приходит во сне к вам, он может во сне приходить к вашему, например, сыну, если у вас там сын, и поддержать его в чем-то, да, дать какие-то советы. Например, даже если человек взрослый, когда приходит там во сне отец, то это все равно может быть какая-то помощь и в чем-то поддержка. То есть, ну, что я могу сказать? Я не вижу в этом ничего плохого. То есть, особенно если человек обладал какими-то способностями, и если связь эта была достаточно сильная между вами, было бы удивительно, если бы он не приходил.